Спасибо, Алена. Скажи, пожалуйста, вот ты прелюдию играла без педали. Прелюдию, педали наши дикие. А фугу с педали. Фуга прелюдская педаль. Скажи, пожалуйста, почему так вот? Прелюдию без педали, а фугу с педали. Объясни мне. Педаль, что для тебя в фуге делает педаль? Легато? Педаль сейчас легато шьёмтера. Да? Просто понимаешь, две разные эстетики у тебя. Когда играли, пытались играть так, как при Бахе. Потому у Баха не было педали, играли без педали. И тогда был клавесин, звук короткий. Динамический диапазон был маленький, да? Не было крещендо диминуэнда, форте, пиано. Вот. Это называется аутентик, исполнение аутентичное. То есть как во времена Баха. Конечно, не так, но как мы думаем, что во времена Баха было, да? А другое, это уже Баха, ведь его музыку забыли, никто о нем не помнил. Его для европейских музыкантов открыл Мендельсон. Он сидел в библиотеке, смотрел ноты, говорит, Бах, какая музыка замечательная. Да. И он инициировал первое исполнение «Страсти по Матфею», оратории Баха. И тут все услышали, какой гениальный композитор. Тогда пошли в архивы, библиотеки, стали музыку Баха искать. И нашли вот хорошо темперированную клавиру. Но традиции исполнения Баха уже не было. Потому что после его смерти прошло 100 лет. Да, вот тогда за аудиозаписи не было. И тогда, а тогда был романтизм. Вот мы с тобой говорили, да? Лист, Шопен, Мендельсон, Брамс. И романтическая манера исполнения. Которую Муджеллини записал в своей редакции. Редакция Муджеллини – это результат традиции романтического исполнения Баха. То есть две традиции – романтическая и аутентическая. В 20 веке еще стали появляться другие. Вот, но сейчас вот две основные, да? Ты играешь прелюдию аутентичной манере, а фугу в романтической. И вот мы с тобой говорили про греческих мифологических животных. Голова человека, а ноги лошади, кентавры, да? Так что давай что-то... Какая манера тебе ближе? Как тебе легче, удобнее играть? С педалью? Не то чтобы легато, а чтобы какие звуки получаются. С педалью получается более мягкое звучание. Педаль используется более мягкое звучание. Довольно большая разница. Не для того, чтобы было легато или как-то, а именно атмосфера. Какая тебе ближе? Вот ты скажешь. С педалью. Хорошо, с педалью. Тогда начинаем прелюдию. Играем прелюдию с педалью. Попробуй даже, когда, если романтическую манеру, то есть у нас динамический диапазон большой. Еще раз, у Баха было форте, пиано, все, два оркестра. У нас есть пианиссимо, пиано, мессо, пиано. Давай тогда играть. Как мы начинаем? Форте, пиано или пианиссимо? Как ты считаешь? Пиано, я думаю, даже пианиссимо. Нандаро, вот это пианиссимо, играть бы и как надо. Вот нажми левую педаль. Левую педаль мы ходим. Да, совершенно вот нереальный звук, да, откуда ты с неба спускаешься. Давай такой образ создадим. Да.
性の変化とか。Видишь, я немножко останавливаюсь на первой ноте, где меняется гармония. Не обязательно делать, как я. Но слушать, не просто пальцы, а слушать, какие звуки будут. И наслаждайся. Вот забудь, что это урок, сенсей. Наслаждайся музыкой. Слышно, где правая рука играет, где левая. Ты вот левую играешь плотнее. Вот разница есть. Незаметная. Если не смотреть, то не знает никто. Может, одной. Может, одной рукой играть. Может, тремя, в четыре руки. Абсолютно вот ровно, да? Да. Чтобы не было заметных переходов из одной руки в другую. Играй и слушай. Медленнее играй, слушай каждый звук. Как он рождается. Значит, ты вот начинаешь. Мы начали, да? Уже музыка была. Просто сейчас мы ее услышали. Вот она шла. То есть только сейчас услышали. Она была раньше. Вот она была. Нету начала. Она вечная. Музыка вечная. Теперь как реагировать на изменение гармонии? Посмотри, два такта в басу до. Это событие. Дальше, это был все время мажор. А вот здесь, что это? Мажор или минор? Минор. Ты реагируешь на это. Вот да, все изменения. До, си. Мажор. Минор, да? Вот реагируй на все эти изменения. Да? Как реагировать? Если можно чуть-чуть маленькую фермату. Дальше можно небольшое крещендо. Ну, не обязательно так. Но чтобы было слышно, что ты понимаешь, слышишь эти все изменения. Еще раз, пожалуйста. Okay. Нет. Mm-hmm. Из тишины. Отлично. Все вот чуть-чуть, да? Ты знаешь, что сейчас не надо, ты вот задачу я тебе поставил. Вечная музыка, она пришла и в конце ушла, исчезла. Да? И реагировать на гармонические изменения. Да? Но чуть-чуть. Вот, так, не надо. Да? Вот. И третий момент, чтобы незаметно одна рука в другую. Никто не знал, какой рукой ты играешь. Вот три задачи.